130 дополнительных рабочих мест пообещал создать автомобильный гигант Ford на своих заводах в Мичигане. Объявлению корпорации предшествовал торжественный твит Дональда Трампа утром во вторник. Хозяин Белого дома заинтриговал СМИ сообщением о том, что Ford готовит серьезные инвестиции и создает новые рабочие места. Еще во время избирательной кампании Трамп обещал заставить автопроизводителей перенести все свое производство в США, таким образом поднять экономику страны и снизить безработицу. В противном случае Трамп грозил поднять таможенные пошлины на импорт. И вот концерн Ford откликнулся, пообещав вложить в свои мичиганские предприятия $1,5 миллиарда. Благодаря этому работу сохраняет 3500 сотрудников Форда, а созданы будут всего 130 новых рабочих мест.